уйти сейчас от Теугажаева. Был близок к этой попытке Пархоменко. Вот и Ястребы играют в полном составе. Свинтальский. Мягко, аккуратно сейчас за ворота. Там Китаров при поддержке Бесимбаева. Виталий Смоленинов просит передать ему, что он все слышит, контролирует. Я бы удивился, что это было. Индивидуальное мастерство позволит, и можно было бы вол выигрыш идти. Так, ну, Каран приехал в борт, но не в ворота. Там лежит хоккеист по-прежнему, но игра продолжается. Астана налево, и вот по бок касания, и вот она, филигранное мастерство и точность. А как все было разыграно, и Тимерлан Китаров накануне два забросил, сегодня пока одну. Вот, видите, какой эмоциональный парень Китаров. Так, давайте еще раз смотреть. Вот здесь вот, смотрите, образцово показательно все было разыграно. Все в одно касание. Здесь еще вон и Кожемяков подпрыгнул, который Никита. Так вот, завтра повторный матч этих команд, и уже будет любопытно то, как команды завтра сыграют, как Виктор Васильевич Буяльский, который известен всему казахстанскому хоккею своими, ну, так скажем, манипуляционными речами, и как настроит команду завтра. Вот мы увидим все-таки, даже вспоминая кубок, где Каран тоже долго разгонялся, долго они не могли не то чтобы найти свою игру, а результат. И уже к концу группового этапа, когда, к сожалению, уже было поздно, Каран смотрелся весьма и весьма недурно. Обыграли они даже Барыс безоговорочного фаворита. Еще один момент у Карана. Да что ж такое, какой эпизод, уже казалось бы стопроцентный гол, но вот видите... Не фартануло, не повезло. Но Астана здорово сейчас на подборе. Уже через 5 секунд Каран будет в полном составе. 3,5 минуты у нас остается играть. Хорошая передача. Еще один бросок. Четвертая влетает. Все-таки добивается своего Станчани. Уже третья шайба, за которую Астана забрасывает именно в большинстве. Одну, напомню, Бесимбаев забросил в меньшинстве. Тимерлан Китаров оформляет сегодня дубль. В прошлом сезоне 20 шайб забросил. Да, счет крупноват, конечно. Но я думаю, победитель в сегодняшнем матче у нас уже ясен. И никакого, конечно, овертайма мы, к сожалению, или к счастью для болельщиков Астаны, не увидим. Но то, как сыграла Астана вторую половину этой встречи, конечно, заслуживает лестных слов. Соққылар жасауда, әзірге Қыранның қорғансы сыр берген жоқ. Барынша жанталаса өнер көрсетіп, шайбаны алға асыру үшін амалдарын қарастыруда. Астана орталыққа тастаған шайбаны соққы жасауға мүмкіндік берген жоқ. Тосқауыл бола білді, және қақпада жақын бұрышты көздеген. Бүгінгі кездесуде есеп ашылды. Осылайша артық құрамда өнер көрсеткен Астана ойыншылары 51-ші нөмірдегі Темірлан Китаров алғашқы голдың авторы. Бұл енді өткен жылғы нәтиже назарларыңызда. Альберт Коваль бірінші соққыны қайтарғанмен жақын бұрышты жауып, екіншісіне тосқауыл бола алмады. Қайталап көрейік. Мінекей, бұл жерде қорғаушылар да Алдияр Бодиков, сондай-ақ оның командаластары ептілік танытып, қауіптің бетін қайтару керек еді. 29-шы нөмірдегі ойыншы Әділ Аманжолов бастап берген. Никита Бондарев.